Пошла на ужин. Сейчас посмотрим, что у нас сегодня на ужин. Так, здесь кофе можно пить. Так, посмотрю сейчас, что. Пойду сниму немножечко. Сумку оставлю пока. Салатики какие-то, турецкие сладости здесь. Кто есть салат? Наверное, никто не кушает, нарезали. Яблоки, клубника, хорошая клубничка такая, аж бордовая. Ну и сладости сколько, целая куча. Повторяется, в принципе, то же самое все. Каждый день. Одно и то же, по-моему, одинаково. Красивые тортики делают. Пирожные, все украшения такие красивые. Здорово, здорово. Тортик. Вот это вкусное я брала, мне понравилось. Так, здесь что? Ну, тут такие салаты. Всякие всевозможные. Ну, я такое не кушаю, знаете. Я что-то боюсь такое кушать. Мне что-то страшно такое кушать. Красиво украшают, делают все. А на той стороне горячие блюда. Здесь, на этой стороне, там напитки, чаи. А здесь вот нарезки такие вот идут из овощей. Помидорки вот эти чили очень вкусные. Простите за мой голос такой простывший. Вот так вот. Скажите, вот Оля опять, да? Вот опять. Алло. Вот Оля опять простывшая. Иммунитет у меня слабый, наверное. Надо иммунитет поднимать. Здесь делают горячее все. Вообще вкусно все, мне так нравится. Вот, открывать не буду, показывать. Но смотрите, как красиво все. Такая вот лавка. Шефы, повара стоят. Менеджеры. Да, язычок. Ой, я такое люблю, девочки. Я такое обожаю. Сейчас. Это рыбка. Рыба каждый день всякая разная. Здесь они вот жарят, парят. Видите, как классно. Так, сейчас я начну кашлять. Так, здесь хлебушек такой вот. А здесь тоже разделочку делают. Здесь вот такие вот пироги пекут с разными начинками. Здесь тоже вот это вкусное. Здесь типа юфки, дёнера, что-то такое делают. Национальное их, видите. Здесь тоже что-то такое в горшках тушёное. Это вот на любителя, конечно, типа супа какого-то. В казанках вот таких вот. Вкусно, я думаю, вкусно. Но мы тут уже всего наелись. Уже ходим, выбираем, не знаем, что хотим. Ну, это спагетти. Вот это тоже... Ну, я как-то любительница этого. А люди кушают. А я язычок вот, рыбка тоже какая-то. Вот. А здесь мясного, знаете, много. Чего только нет. И вот такие вот, так сказать, модули. Это паста. Очень ладно, показала вам немножко. Пойду себе кушать накладывать. Там, в общем, такой зал, да. Так, ладно, все, прощаюсь с вами пока ненадолго. Вот я себе язычок положила, пирожечку, салатик. Попробую, да, вкусненько. Вообще все нежно, язык такой нежный. Вообще здесь как дома все кормят. Данкишон. Водичку заказала, принесли. Потому что холодными нельзя. И они ее мне такую тепленькую делают. И таблетки надо выпить. Так вот, отдыхаю я на таблетках опять. О, ребят, ну что делать? Ничего не сделаешь. Такова моя участь. Болеем и болеем. Ну дай бог, что все пройдет, будет все хорошо, пойдет все на поправку. У меня, кстати, Паша дома тоже заболел. Заболел. Простыл, на больничный сейчас пошел. Поэтому так вот тоже позвонил. Мне говорит, представляешь, ты меня, говорит, заразила по телефону. Я говорю,
Я говорю, не могла я тебя по телефону заразить. Он говорит, заразил. Так вот, болею тоже. Иду гуляю по райончику, поэтому, где мы находимся, куча базаров. Посмотрите, сколько отелей, базары. Хожу одна, Аня не пошла со мной, не захотела. Ну, правильно, что каждый выбирает, что хочет делать. На-на-на. Мальчик продает, я говорю, на-на-на. Ну, всякое, знаете, посмотрела здесь, и сидят с детьми. Они чуть жалко, конечно, детей заставляют сидеть. Ну, вообще, базары. Тут базар на базаре. Ну, вот я опять в аптеку зашла, набрала, видите, кучу лекарств. Ну, как, для дома там, потому что здесь все лекарства дешевле и хорошие у них. То именно их, не турецкие. Я набрала. Думаю, возьму, пока я здесь. В общем, смотрите, что творится за отелями, да? Грязь, мусор. Ну, а в отеле чистота и порядок. Как всегда, везде. В общем, здесь куча народу, люди ходят. Все до 12, до часу ночи работают. Но я одна, я пораньше пойду. Я боюсь все-таки допоздна гулять. Без Ани. Что, ребят, еще охрипшая вся. Ну, лечусь. Так что... Купила специально такое средство, капельки для поднятия иммунной системы. Это уже турецкое. Вот пью тоже. Иммун называется. В аптеке купила. Вот видите, продают все такое. Ну, всякую ерунду, короче. Чего только нету. Вот. В общем, ладно, да? Иду, ребята, одна. Иду потихонечку одна. Купила себе сумочку. Еще одну. В общем, больная на сумке я. С пакетиками, с лекарством, с сумочкой. Вот. Кошелек так и не нашла. Вот отель. Ну, и дорогу знаю, не боюсь. Я не боюсь, честно говоря. Знаете, мне не страшно. Люди везде ходят. Светло все кругом. Тихонечко топаю. Вот отель вот этот вот. Извините, что камера дергается. По-другому не получается. И музыка везде кричит. Ну ничего. Купилась. Сумочка понравилась. Газ взяла. Что я на этой фирме помешанная. Люблю эту фирму. Что вот так вот иду. Кругом машины, темная улица впереди. Ну ничего, все, отключаюсь. Иду, все равно оглядываюсь. Слушайте, темно. Ну, охранники кругом, вот наш отель уже. Охранники кругом сидят. Ну ничего, помаленечку дошла. Вот отель уже. Ребятки, пришла я. Слава богу, дошла. Ну ничего. Тоже надо топать вот так одной. Ходить не надо, надеяться на кого-то. Вот, люди там сидят, музычка играет, но, наверное, нельзя будет мне ее. Пришла на море, давайте с вами немножечко посмотрим, какое оно красивое. Сейчас я приближу. Ой, красота, представляете? Сегодня у нас предпоследний день, завтра мы уже вечером поздно, ну, в ночь улетаем. Такое морюшко. Ну, теперь не знаю как-то. Ну, в общем, мы же еще собираемся. Вода прохладная. Я подошла. Она прям прохладная. Ну, с утра. Это утро. Время 8 часов утра. Вот такое вот. А людей, посмотрите, уже сколько. Ой, сколько много. Красота. Небо чистое. Был дождик один раз, ну, это второй раз дождь за все время, что я в Турции вообще когда-то была. Второй раз я застала дождь.
смотрю, как оно шумит, такой прибой, ласковый, прям ласковый. Еще музыку не включили, пока не включили музыку, я поговорю, поснимаю немножко. Как хорошо. Себя уж не буду больной снимать. Но уже лучше, намного лучше. Ее антибиотики, грудь мажу. Мне тут знакомые, ну, познакомилась с людьми, дали такое средство. Какое-то китайское они купили. В общем, натирать грудь на ночь. Вообще у меня дома тоже такое есть, но я его с собой не взяла. О, какое море. Ну, видите, вот водоросли. Вот это мне тоже не очень нравится. А так, в принципе, вода такая прозрачная, но водорослей много. Все ничего, да, все хорошо, но если честно, по-честному сказать, наверное, второй раз бы я сюда уже в это место не приехала. Хотя я отель могу советовать, но, наверное, второй раз бы не приехала. На побережье вот здесь очень много людей, особенно детей. Наш отель здесь, детей не здесь, вот. Это вот еще только 8 часов, представьте, что дальше будет. Наверное, я больше бы не приехала. Я так думаю, не знаю. Ну, вообще, здесь рядом вот эта вот лодочная станция, всякие эти, как сказать, прокаты, парашюты, и на лодке можно покататься, на катере, взять этот, как его, как это называется, по морю, мотоцикл, да. Ну, в общем, тут много чего, да, можно. Что это, экскурсии всякие разные будут предлагают. Так что вот так вот как-то. Ой, я это небо вам показываю. Море нам показывает. Какой прибой, как красиво. Такая жара, время 11 часов, а жара, градусов 40-42, по-моему. Иду в кафе посидеть, перекусить. Аня не хочет, в туалет сходить надо. В общем, немножечко здесь тоже можно загорать, тоже хорошо. В общем, хочу посидеть, лепешечку заказать. Поправилась, тетенька. Ну ничего, худеть будем. Будем худеть. Волос облез, такой краска ушла, вся такая белобрысая становлюсь. Но ничего, тоже не расстраиваюсь. Все будет хорошо, да? Все, ребятки, всем пока. Загорела, смотрите как. Ну, такая еще не совсем такая темненькая, но пару дней еще есть. Пришла на поле. Смотрите, как классно. Здорово. Сейчас такой, знаете, час, что люди отдыхают, музыку за какой отключили. Вот такая статуя. Немножко шумит почему-то здесь шум. Ну, это, наверное, то, что пули, наверное. В общем, народу много. Снимать так сильно не хочу, чтобы людей не пугать. Тоже люди смотрят некоторые уже, что я тут
снимаю. Сейчас пойду поплаваю. Смотрите, как классно. Ой, супер. Вот мое место. И зонтик. Я под зонтиком не загораю. Я даже на открытом вообще не загораю. Боюсь солнца. Пообедала так классно вообще. У нас сегодня предпоследний день. Завтра еще один полный день. А в ночь мы уезжаем. Ну и хорошо. Я довольна. Сейчас пойду плавать. Вон там вход в бассейн. До обеда была на море. Я уже говорила, по-моему. Уже забываю, что говорю. А снимать что? Одно и то же снимаешь каждый день. Как на море ходим, да кушаем, да. У меня такой, знаете, отдых морской. Я никуда в Флюге не захотела. Ну, это какой-нибудь трайзи сделать на куда-нибудь, да? Не захотела, ну и заболела потом. А это все клима виновата, клима. Моей подружке все жарко-жарко, вот тебе, пожалуйста. Вот и жарко, позаболели. Так что, такие вот дела, такие вот... У нас пироги. Пойду купаться. Все, ребят. Связь не очень хорошая. В комнате нету связи. Вообще пропадает постоянно. Поэтому видео я не выставляю. Дома уже приеду, буду выставлять. Ну все. Продолжение следует у меня. Мокренькая, искупалась в бассейне, сама говорила, что как могут приезжать в бассейн и лежать, сама же тут и лежу. Ну, потому что вот после обеда, как-то мне кажется, ну, многие целый день, и после обеда, и до обеда, одела сплошной купальник, я думаю, что самое то здесь вот так, в сплошном купальнике.
Мы попали на еду. А как у вас называется аккаунт? Моих убежищ. Отлично, найдем сюда. Ну не сейчас, попозже там.